какой любопытный цветной сорт заламинированной бумаги. Ребят, это наша карта. И в эфире капитан шоу «Поляна чудес». «Поляна чудес». Меня зовут Леонид Лешибович. И я дух этого леса, в этом лесу возможно все. Приз сегодняшней игры – этот замечательный кусок цветной бумаги, который, несомненно, очень важен этим ребятам. Ну что же, играем? Играем. Играем. Отлично. Слово, которое мы будем сегодня отгадывать, состоит из 8 букв и характеризуется двумя понятиями. Это теплый и длинный. Прощайте, барабан. Теплый, длинный, я, кажется, знаю. Ты тратишь, это ж ты. Да нет, ты умеешь. Вот из любой погоды. Да это не я. 500 очков на барабане, буква П. Откройте букву П. Поздравляю вас, дорогие участники. Я же говорил, это не я. Прощайте, барабан. Как по традиции, участники должны представиться. Назовите себя, пожалуйста. Мага. Мага Магомед Петрович. А ты уже понял. Я Василис. Очень приятно. Я Маша. Что там? Отдай карту. Карту отдай. Я так понимаю, тебе нужно, да? Да, нужно. Есть. Соблюдайте правила игры, пожалуйста. Я здесь дух леса и... Да. Итак, 200 очков на барабане, буква. Откройте букву А. Прощайте, барабан. Так, по еще одной славной традиции, участники дарят ведущему подарки. Ой, ну что можно подарить? У нас ничего нету, ребят. Ну, давай. У меня такой тяжелый рюкзак. Давайте посмотрим, может, там кто-нибудь достанет. Да. Так, ну фен мне точно нужен. Лампа для гель-лака, без нее вообще никуда. Так, ну вот какие-то железяки тут, мне они так не нравятся. Давайте их отдадим. Василиса, ты что, это же крабин. Вообще-то по правилам, у нас принято дарить еду. Вот, еду. Мила, это же не кушанье. Нет, у нас все просто. Лишней еды у нас нет. Есть. Шушонка. Не ешь королинскую? Ну ладно, тогда можно. Не ешь королинскую? Не ешь королинскую. А, 400 очков буква. Мне кажется, я слово могу назвать. Хотите назвать слово? Да, есть. Длинный, Сейчас. Спагетти. Это спагетти. Неправильно! А куда делись наши 16 банок тушенки? Такие тушенки? Я дух леса, такие тушенки правила. Нету. Ну, простите, я ничего не могу поделать. Такие правила, ну, не только поскольку. Тушенку отдай. Барабан вращай. Может, вы какой-нибудь там стишок приготовили или песенку, знаете? Ой, песню это мы можем. Давай, наш любимый. Из-гиб-гитар. Так, что, сектор приз, направляйте. Спасибо. Сектор приз, я предлагаю сыграть вам еще одну игру. Я могу дать вам вот эту банку тушенки сейчас. Или вы попробуйте отгадать, в какой из этих двух коробок находится 16 банок. Которая большая. Нет, да Ваня, посмотри, она тяжелая. Точно, Ваня. Там в нее не влезет. Ладно, забирайте как. Ладно. Эту. Милая, забыл, что я сказал. Так вот, эта тушенка есть. Ребят, наша тушенка. Все 16 банок, смотри. Все, давай. 16. Букву называй. Да пусть С будет. Надо же, откройте букву С, эти ребята...
Спа. Ну, знаете, теперь я могу назвать слово целиком. Наверное, это спа-салон. Вы уверены? Подожди. Точно, спа-салон? Да нет, нет, давай еще подумаем. Спа-салон раз. Нет, 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 не спа-салон. Точно? Точно. Звонок другу. Можно? Другу важно позвонить, мы не знаем. А можно им другу позвонить? Нельзя. Будем звонить. Алло, алло. Ой, секунду. Связь, наверное, неплохая. Сейчас наберем. Все будет. Он просто гуглит. Отберите его. Сейчас наберем. Алло. Алло. Алло, брат. Да. Алло, брат. Помоги нам, тут такая запара. Мы потеряли карту в лесу, заблудились и попали. Ты представляешь, мы попали в поляну чудес. Попали в поляну чудес, и мы должны выиграть эту карту. Нам нужно отгадать слово, которое... теплая и длинная, и 8 букв, первый спа. Что это такое? Так это спальник. А, да, сейчас маме передам привет, да? Передам. 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 Давай. Вы готовы назвать слово? Да, это спальник. И это правильный ответ! Я поздравляю победителей сегодняшней супер игры! Ребят, это же не наша карта! Стой, машина! Эй,